звездочка, которую вы принесли зрителям, за ваш ансамбль, за ваш выбор материала. Я поздравляю вас. Я поздравляю вас. Вы умницы, посмотрите, какая Ника крылатая. Достается победителям. Существует это замечательное понятие сценический ансамбль. Далеко не в каждом театре живет этот ансамбль. Скажите нам, пожалуйста, что вы сегодня ощущали? Что вы можете сказать о конкурсе и о ваших замечательных детях? Для нас это сегодня первый конкурс. Мы еще никогда не принимали участие в конкурсах. Это был первый наш конкурс и сразу такой удачный. Спасибо вам большое. Мы обязательно еще будем стремиться где-то к чему-то исправить наши, там, если небольшие какие-то погрехи, ошибочки, и будем стремиться еще к большим вершинам успеха, и будем достигать, и ездить, и выступать. Спасибо. Приходите за гран-при. Но у меня еще к актерскому составу, конечно, вопросы. Вот, заберли. Ура! Как не хочется прощаться с этим мгновением, да? Дети, простите, господа.